А что это за звук? Это космический барсук. Доброго времени, дорогой зритель. Сегодня твой любимый Саспектс, и сегодня вышла, наконец-то, долгожданная карта зоопарка, которую мы ждем уже 100-500 миллионов лет. Наконец-то она вышла, и сегодня мы на ней поиграем в классический режим с пульсом. Я буду за убийцу, будут, короче, фишечки, лайфхаки, как можно чекать. Короче, сегодня экспериментальным путем было выявлено, что второй убийца — это неумелый убийца, что напарник обычно плохо играет, имейте это в виду, и, скорее всего, он подставится. Бери на вооружение, короче, советики, которые здесь будут. Приятного тебе аппетита и приятного просмотра. Все, поехали, короче. Запись есть, есть. Все, короче, билетик убийцы я заюзал. Для того, чтобы хоть что-то, хоть как-то сделать, типа, чтобы можно было сыграть, показать какой-то геймплей. Сейчас я покажу геймплей за убийцу. Есть тут одна нычка. Супер нычка. Вот здесь вот вы забегаете в нее, и тебя не видно. Все. Ты вот здесь вот встал. Короче, ставишь... А, в ней бомбы... А, можно. Можно ставить бомбы. Все нормально. Ставим тут бомбы. Мой предатель уже зачем-то еще поставил бомбы. Я буду активировать бомбы. Все. Идите сюда, активируйте бомбу. Мне нужно два человека. Уходи отсюда! Дурак! Уходи отсюда, ты тупое чмо! Такой умный человек. В саванне где-то, наверное. Ух, он очень тупой, это знаю. Ну, это точно не Олли, мы вместе с ней ставили какую-то бочку делать. Но Чипи, но при этом ты очень странный. Я знаю, можно сказать, я думаю, что труп на оценку. Подождите. Мила убил. Подождите, послушайте, это сейчас была подстава. Две бомбы в одном месте. Я одну раз дефала, отхожу и не понимаю, почему еще одна горит. Я раздефузивала вторую на этом же ты месте. Ты тупая вот просто. Зачем ты вообще пришла туда бомбу чинить? Просто кикаем на размен, ребят. Кикаем Мила, потом Фила, и все. На размен кикаем. Рэндальф, ты не угадал, это не я. Ты не Рэндальф. Мила, если что, мы сейчас все равно Фила выкинем. Хорошо, но только, блядь, это не я. Это не я! Очень тупо, ну пришлось подставить, типа, это был такой мув, извините. Это был такой мув, мы будем сейчас с этим мувом карать вообще всех. Идите, чините бомбу. Посмотрим, как это работает, сработает это или нет, невидимка гасит всех просто. Давай, Фил. Где? В саванне, где еще? А, там вот, Фил был. Да, Фила нафиг, он как раз ко мне сейчас подбежал, думает, сейчас этого тоже сейчас туда закину. Мари, с этой фигни... Но можно не кикать, можно проверить. Там тоже саванна. Что тут? А это зеленая, да? Остался хоть? Саванна это зеленая или где желтая трава? Где щиток? Посмотрим, как работает эта тема. Догадаются они или нет? Это Фил. Вон там говорят, что это саморепорт. Он этот, да вы гоните, я только с центра бегу, вот у меня видит, показывает бомбу. Бомбу раздефузили, прибегаю там труп, и слева Фил посмотрим, стоит. Посмотрим, как это работает. Ладно, будет. Смотрите, давайте сейчас Фил выкинем, а потом давайте, да, посмотрим, давайте с ними проверим сначала Фила, а потом... Сейчас Рэндальф просто с Филом на меня гонит, и все. Я тебе не... Мы выкинем Фила, потому что либо Мила, либо Фил были убийцей. То есть, по-любому, один убийца останется. Даже если это был не Мила, мы сейчас выкидываем Мила. Мила глупый, не надо было ему заходить туда. Не Фил. Что за бред вообще? Что за бред? Он тут ищет бомбы, короче.
Они не понимают, короче, это читерская тема. Это Фил убил. Он с Ларри только что убежал, а я встала на люк к сыщику. Там Чипи и Фил был, да, я уверен. Я стоял туда. Не, подожди, это Фил. Ну все, это Фил, я уверен. Фил, кстати, бегал по саванне. Все, разобрались. Вроде, ну вот, они с Ларри бегали. Просто тупо я тропы в этой точке, короче. Тупо штампую их, короче. Я стоял задание делал, я завидел, что Фил... Там кто-то сидит, он пишет, там сидит клещ. Там сидит клещ. Кто-то там сидит. Стоишь? Это так смешно, а короче. А Фил убежали с Ларри от меня. А Мила, прости. Извини, Мила. Просто клещ сидит и гасит всех. Реально, тут клещ сидит просто, активирует по ПКД просто, все активирует вот эти штучки, короче, да? Штучки-дрючки, короче. Реально клещ сидит. Кто же тут сидит, интересно? Но меня пока что не видно. Там кто-то сидит, говорит, и всех подряд выкидывает из-за него просто. Это было прикольно, это было смешно. Человек там такой очень. Он жалко, он не мог говорить, это было бы смешно вдвойне. Поехали, проверяем, как они сейчас будут реагировать на это. А его даже труп не видно здесь, да? Его даже здесь трупа не видно. Да вы серьезно? Да это Джейд. Ну, Джейд. Подождите. На. Дюка, где ты был до этого? Я сыщик. Все, я сыщик. А, ну все, тогда, да. Так, где убили, расскажи нам. Да ты знаешь, где убили. Да я на самом деле кажется, что это Донна. Мне тоже кажется, что это Донна, Чипи. Они меня проголосовали вдвоем. Джейд, ты проиграл. Нет, у нас очень глупый предатель, второй Мила. Он зачем-то подошел, я там... Да это ты просто глупая. Я ставлю две бомбы в одном месте, ты приходишь зачем-то туда. Очень глупая игра. Потому что, ты понимаешь, идут много человек. Ну так иди с ними, зачем ты идешь первой чинить? Да потому что за мной там еще кто-то. Ну а где? Вот ты одна пришла, и улетела первая. Голову немного включи. Ну ты вот и улетела, поэтому первая, что. Чем ты недовольна-то? Минус 103, за что? Ну, за то, за неумелую. Молодец. Так, все, я был вынужден заюзать билетик. Надеюсь, Ларри не такой глупый, как был Мила в предыдущей катке, короче. И не будет расставлять бомбы просто так в разных местах. Все, мы ждем, пока все убегут. Так, два раза из лука я выстрелил. Все, они там побежали толпой, короче. Надо подождать, пока они разойдутся. Все, я встаю в читерское место. Блин, надо было... Стоп. Стоп, выключаем свет. Все. Чтобы они пока что чинили свет, они делали задание. Тогда они не смогут друг друга обелять. Тут вот раз, вот так вот, оп. Все, стоим, ждем. Джейд первый. Нет, почему? Ну, потому что только что выпрыгнул из люка и побежал в ту сторону, и там Никс валяется. Во-первых, я сыщик. Во-вторых, я увидел баном то, что лежит Никс. И во-вторых, я побежал туда, чтобы найти... Что это сыщик? Да. Окей. Ладно. Если никто не скрылся сыщиком, ну, окей. Я был на дабл-килле на книжке.
Ну, я была... Где я была? Я была там, где лед, там снеговик, короче, надо собирать. Я буду молчать, чтобы меня не выкинуть. Я сейчас бежала к свету, и, по-моему, на свету никого не было. Я бежала одна. Все скипнули, все молчат, это хорошо. Даблкил, все молчат, никакой инфы нет. Вот особенности этой карты. Вот особенности этой карты. Наша задача сейчас забайтить сюда всех, кроме убийцы. Если убийца догадается, чтобы не прийти сюда, что, на что я искренне надеюсь, то будет вообще хорошо вдвойне. Так, у меня 13 секунд. 13 секунд я жду, чтобы активировать здесь бомбы. Мы смотрим их реакцию на это, короче. Я, правда, не запомнил, кто сыщик. Уйди отсюда! Еще один дебилоид, а? Еще один дебилоид. Сиди здесь, убивай просто. По-моему, это Чипел убил. Вот. Нет, потому что я туда пришел. Кто еще туда забежал? Там еще кто-то стоит. Да. Куда? Там Ларри. А, все, первый Ларри. Такой Ларри же дебильный, дебильный тиммейт, такой же. Погоди. Может быть, Чипи убийца, он просто гонит на Ларри. И все, скипайте, на семерых не кикаем, первый Ларри. На семерых не кикаем, скипаем, первый Ларри. Ларри дебил, тут вообще не нужен второй напарник, он только мешает, он очень глупый, потому что зачем он идет чинить бомбы? Ну ты что, глупый что ли? Ну убиваешь. Ну я больше верю на самом деле Ларри, потому что Чип, ты как-то странно говоришь. Ну это тоже Ларри, скорее всего, потому что это Чип, скорее всего. Они друг друга защищают, видите? Тоже Ларри первый. Ну, да, угу, конечно. Очень-очень глупая игра с его стороны, короче, со стороны Ларри очень глупая игра. Очень глупая игра, ну... Чё, много тут у вас ещё будет стоять, нет? Я пока тут бомбу поставлю, да? Мне спешить некуда. Так, почему бомба не поставилась, не понял. Все, пускай чинит этот свет. Восемнадцать секунд. Надеюсь, Ларри не придет снова чинить здесь ничего. Ладно, я сейчас проверил Ларри, пока он чинил свет. У него один килл. Нет, это Люси. Короче, это Ларри. Сначала Ларри. Это Люси. Сначала Ларри. Первый Ларри. Я же вам говорил. Может, ты ее не убил, я чинил. Второй либо Люси, либо Донна. Очень сильно раздражает напарник, который сидит, типа, и не может... Подходит чинить вот сюда бомбы. Не надо, второй напарник, ты что, глупый? Не подходи чинить сюда бомбы. Мила, а что ты на трупе стоишь? Ну, я вот как раз проверял Дону, увидел там какую-то анимацию. Просканировал Дону, у нее было 0 килло. И потом уже думаю, ну, Дону... Наверное. Я прилагал на четверых скипать, потому что из-за этих кустов конченых нихера непонятно, кто там убил. Ты стоял на трупе, я но если ты говоришь, что ты инспектор... А, Чита, короче, во время хила... Во время килла вот Джейта Мила на кнопочку нажал. Я стояла на камерах, и Люси вот, ну, вот эту шапку.
Я видел, как тепло. Ну, это же не шапка, это все. Ну, Люси, да. Ну, меня Люси убила, на самом деле, там, а не Ларри. А Дона вкидывает. Нет, типа, так. Ларри, ты очень глупый напарник. Зачем ты идешь чинить бомбы, когда ты видишь, что там западня? Очень глупо с твоей стороны. Второй такой же глупый напарник у меня был в предыдущей катке, короче. И напарник вылетает всегда первым, потому что он глупый. Барсук, а шапку вот мне реально, шапку надо сменить, шапку надо сменить, она палит, она действительно большая. Барсук, а прикольная тема с кустами, кстати. Да нет, не прикольная. Два раза, в смысле, прикольная, два из двух обосрались мои напарники, два из двух. Спасибо, что до конца досмотрел, как тебе, в принципе, вот эта фишечка и вот эта вот схема прятаться в кустах, как тебе в целом такая схема? Мне кажется, схема прикольная, но нужно учитывать, что твой второй предатель тебя просто с полуслова не поймет. Я проиграл так раз 6 и выиграл только один раз из 6. Короче, вот такая тема. Так что имей в виду. Спасибо тебе, что до конца досмотрел. И большое спасибо вот этим вот людям, которые поддержат меня монетой. Спасибо вам огромное. Не буду я тише! Будешь.